Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы – мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть. Царь Шлому сказал: ничто здесь не вечно, но мы рождены научиться любить. Жить, чтобы верить своей мечте. Ведь несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте перед выходом нового солнца. Мы светим лучами других орбит. И пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца. Я помню себя совсем маленьким, странно. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов: люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду. В чем смысл? Просто идти на свет. Выше этого ничего нет. Он в душе каждого из нас. Сделай так, чтобы он не погас. Жить, чтобы верить своей мечте. Несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте перед выходом нового солнца. Мы светим лучами других орбит. И пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца. Завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.